Дэвид Гетта на Европе плюс. Давид, скажи, пожалуйста, вот ты общаешься со многими известными мировыми диджеями. А есть ли такие диджеи, которые прям настоящие друзья, с которыми можно пойти в кино, пригласить в гости дома, там, пивка попить? Кто это люди? Je suis très ami avec Martin Garrix. Martin Garrix, c'est mon настоящий друг. Afrojack, c'est comme mon petit frère. Это как мой младший брат. Je suis ami avec, je vois que vous avez Chainsmokers et Emily Warren. Je suis ami avec la chanteuse et aussi Calvin Harris. Oui, Tiesto, je suis très ami avec lui. Мы тоже дружим. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est très sympa dans la communauté de la dance music. В dance-музыке есть симпатичный момент. Мы все как одна семья.